Всем привет! Сегодня мы будем разбирать задачу номер 16 из базовой части ЕГЭ. Задача. Радиус основания цилиндра равен 15, а его образующая равна 14. Сечение параллельной оси цилиндра удалено от нее на расстояние равно 12. Найти площадь этого сечения. Для начала вспомним, что же такое образующая. Отрезок, соединяющий точки окружности оснований и перпендикулярный плоскостям основания, называется образующий цилиндр. Получается, АБ – это образующая цилиндра. По условию она равна 14. Получается, АБ равно 14. Нам нужно узнать площадь сечения. То есть получается площадь АБЦД. АБЦД – прямоугольник. Площадь прямоугольника находится по формуле. Площадь равна А на Б. Произведение двух смежных сторон. Получается, если это прямоугольник, значит его площадь равна одна сторона умножить на другую. Так как по условию задачи известно, что сечение удалено от оси цилиндра на расстоянии равное 12, значит ОМ равно 12. Так как расстояние – это перпендикуляр. Получается, ОС у нас равно 15, как радиус окружности. ОМ равно 12, как расстояние. Рассмотрим треугольник ОМС. ОМС. Треугольник ОМС. Он прямоугольный, так как угол ОМС равен 90 градусов. Значит, по теореме Пифагора мы можем посчитать МС. ОС в квадрате равно ОМ в квадрате плюс МС в квадрате. Выразим МС. МС равно корень из ОС в квадрате минус ОМ в квадрате. Получается, что МС равно корень из 225 минус 144. Это будет корень из 81, это будет 9. Получается, что МС равно 9. Рассмотрим треугольник ОБС. Этот треугольник равнобедренный, так как ОБ равно ОС, как радиус одной окружности. В равнобедренном треугольнике высота, проведенная к основанию, является и медианой, и бисектрисой. ОМ – высота, значит ОМ и медиана. Получается, БМ равно МС. Мы узнали, что МС равно 9, значит БС равно 18. БС равно 2 умножить на 9. Зная, чему равна БС и АБ, можно найти площадь сечения АБЦД. Площадь, вот тут напишу, сейчас с другой стороны. Так, площадь АБЦД равна АБ, это 14, умножить на БС, это 18, будет 252.